Всем привет, мы продолжаем проходить Stalker Shadow of Chernobyl. Мы почти дошли до станции X-18. Ну, поехали. Зомбаки хренова. Сейчас очень важно сделать калибровку. Мне плевать, я один никуда не пойду. Я тебя очень прошу, сделай это. Мы все от этого зависим. Да-да? Да, мы знаем об этой лаборатории. Мы уже... Да-да? Я манал. Да-да? Как-то увидел. Бей! Бей! Подожди немного. Сейчас я замерю, и мы двинем дальше. Так, не трясись, мне гранату кидать. Ура! Сейчас такое
можем его так бросить. Бросай. Ему уже ничем не поможем. Скоро выброс. С ним мы не пробьемся. Нет, Клык. Я его не брошу. Так. Давай, давай. Да-да? Тут. Все точно. Точнее быть не может. Хорошо. Сейчас я попробую настроить прототип. Да-да? Вы отлично справились. Если замеры верны, то прототип обеспечит максимальную защиту от излучения. Меченый, теперь ты сможешь пробиться в лабораторию. Но если не отключишь излучатель, то даже с пси-защитой долго там не продержишься. Мы рассчитали примерное местонахождение излучателя. Он находится в подземном помещении. Я тебя отметил на карте. Проблемой лаборатории занимался Васильев. Около недели назад они вместе со сталкером по кличке Призрак попытались проникнуть в лабораторию. Через несколько часов нас порядком тряхнуло, и излучение на время пропало. А еще через час мы получили сигнал от Васильева. Сигнал шел с болот, но потом пропал. По всей видимости, Васильев погиб. У него была точная информация по лаборатории. Где она находится, как в нее попасть. Попробуй отыскать его тело. Возможно, найдешь и сведения о том, как отключить излучение. Все известные нам координаты я тебе скинул. Да-да? Да-да? Пистолетных патронов вот таких вот. Ладно, пойдем дальше. Да-да? Все зависит от топлива. Вардалаки ложат под кучу. Конченый, что ли, тут вообще не дернул. Да-да? Оп.
Надо сразу сохраниться. А то где-нибудь. Так. Да хватит-то уже. Какой ты громкий, сквозь бункеры слышно. Вот так и знал. Хотел по-тихому. Значит, не судьба им. Где-то там. Это вот вообще, короче. Да-да. Да-да. Почему СВДшки нету? Сейчас бы прям с расстояния поснимал бы всех. На Сычара. Всех крашить буду. Все необходимые документы у нас. Мы знаем, как отключить излучатель. Вместе с призраком продолжаем спускаться в лабораторию. Зомби повсюду лезут на свет. Все летит к чертям собачьим. Призрак абсолютно невменяем. Несет какой-то бред. Похоже, его накрыло излучением. Я все бросил и ухожу по тоннелям. Я на болотах. Где бункер? Черт, черт подери! Я не могу понять, где я нахожусь. Сахар не отвечает. Что происходит? Кругом зомби. У меня кончаются патроны. Но это нормально. Рядом с ним пробежал, он не заметил.
звук вот прям. Скоро новую винтовку покупать надо. И вот от этого. Найти автоматы. Не, я не буду патроны тратить. Мочи! Мама! От пистолета. Рэмбо. Плевать не найти. Там еще один. Есть.
на 3К. Что тебе такого сделать-то? Ты смотри. Так вот. Ты видел это? Давай мы тебе скинем это.
Ну, сейчас мы вас всех. Ну чё, золотая рыбка? На чё фонарик-то? Во, всё. Здесь он мне пригодится.
Что вот это поносим. Совсем нехорошо. Нормально. Так, вообще невзначай просто. Молодец, Меченый! Ты таки добрался до лаборатории. Для нас крайне важно изучить установку, которая там находится. Попробуй.
попробуй ее отключить, чтобы мы смогли ее исследовать. Прототип не сможет долго защищать от сильного излучения. Я предусмотрел такой случай, поэтому когда ты попадешь под сильное воздействие, включится таймер. Когда время истечет, прототип перестанет тебя защищать. Будь осторожней и не забывай про таймер. Нафиг не нужны. Тып тебе, блять, а. Поехали. Все, блять, на каждом шагу сохраняться буду. Молодец, Меченый! Ты таки добрался до лаборатории. Для нас крайне важно изучить установку, которая там находится. Попробуй ее отключить, чтобы мы смогли ее исследовать. Послушай, Меченый. Продолжение. Давай-ка. Кто в меня стрелял?
Вот мы здесь и сохранимся. Собака. Критическое излучение. Немедленно покиньте опасную зону. Внимание! Критическое излучение. Немедленно покиньте опасную зону. Критическое излучение. Немедленно покиньте опасную зону.
Если это так важно, почему же ты не объяснил, зачем ты идешь туда? И как тебе удалось сделать эту фотографию? Ты даже не представляешь, где я был и что я там видел! Ох, стрелок, лучше не лезьте туда. Держись, сынок. Я о тебе позабочусь. Все будет хорошо. И куда ты теперь? Север. На север. Патронов нет. Ну как так? И у меня патронов нет. Добраться до двери раньше контролера.
Не. Патронов много, но не тех. Так. Скотина. Так, в принципе, выйдем. Что-то, мне кажется, они там ракетами херачат.
Ну ты хрюшка. Куда второй этот робот делся? Отлично, Меченый. Излучение отключено, ты жив. Мы вызвали пару военных вертолетов, чтобы они зачистили территорию зомби. Поэтому ты туда пока не ходи, чтобы не попасть под обстрел. А кстати, будешь поблизости? Загляни к нам в бункер. Это вот это как назвать? Это пиздец просто. Thank you.
Да-да? Так, вначале вот это вот. Да-да? 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 Вот так вот, ништяк. Да-да?
Так, еще раз сохранимся. Да-да? 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 Вот это нормально. Да-да? Да-да? Да еще глушак поставить. Тащимся отдавать документы. Гвоздями стрельнул.
Неужели надежная штука? Кушать захотел. Кто-то кого-то жрет.
что-то у него там интересное было. Оружие убрал? Опусти оружие. Ствол на плечо, мужик. Так, ну все, короче, на этом мы закончим. Самое главное, мы лабораторию излучения отключили. Осталось документы отдать. Потом посмотрим, что дальше будет. Все, всем пока, подписывайтесь.